Последним из магикан традиционного казахского музыкального искусства называют жившего в 20 веке классика исполнительного искусства Акына Кенена Азербаева. Мероприятие проводится в рамках празднования 25-летия независимости Республики Казахстан с целью пропаганды творческого наследия великого поэта и композитора. Участники приехали из самых разных регионов республики. С Алматы, Астаны, Сакмолинской области, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и так далее. Все они очень тщательно готовились. В составе жюри известные певцы Унал Азаматова и Саят Медеуов. В конкурсе принимали участие молодые таланты от 16 до 35 лет. Прошедшие предварительный отбор проходят на второй тур, где исполняют три произведения Кенена Азербаева. В этом году в конкурсе принимают участие 23 представителя с различных областей Казахстана. На сцене звучали лучшие произведения Кенена как в традиционной манере, так и в современной обработке. В данном конкурсе я участвую впервые. Я приехала из Мангистауской области. Хотелось бы отметить, что мне здесь очень понравилось. Очень тепло меня встретили. Данный конкурс в первую очередь очень важен для молодежи. Не забывать народные песни – наша главная задача. Обладатели первого, второго и третьего места награждены денежными призами и памятными подарками. Стоит отметить, что главный приз – автомобиль – получили потомки великого певца. Кенен Азербаев – поэт, композитор, исполнитель, импровизатор высочайшего класса. Разносторонний человек, выдающаяся личность, знавший наизусть множество литературных произведений. И прекрасно, что на этом конкурсе молодежь показывает себя продолжателями народных традиций музыкально-исполнительского искусства, отметили организаторы. Альфия Мингазова, Серик Тажибаев, 77 News.